dvhub.ru. Необычно, не специально было выбрано 24 марта. У нас, в принципе, есть так называемые два дня рождения галереи. Один из них день – это 24 марта. Потому что именно 24 марта мы открыли двери нашей галереи для жителей города, ну и для тех, кто из других городов. И 24 марта навсегда лежит у меня в памяти, всегда этот день, даже если мы в этот день не собираемся вместе, я его для себя знаю, что это тот самый день, когда мы действительно впервые распахнули наши скромные двери. И поэтому сегодня этот день у нас будет насыщен, конечно, встречами с нашими друзьями, которые тоже пришли вот в этот день, как фестиваль «Серебряная волна». И первое слово, ну у нас прям погода, это, наверное, благодаря Виктории, нашей волшебнице. Виктория, с галереей мы сотрудничаем давно, и даже не сотрудничаем, наверное, какие-то уже самые родные. Это студия рисования песком «Синяя птица». И, наверное, это она заказала нам такую погоду, потому что у нее сегодня зимняя сказка. И зимняя сказка. Знаменательный день России. Сегодня день работника культуры Российской Федерации. Ура, я поздравляю вас с этим днем, потому что вы имеете непосредственное отношение к культуре, к искусству и к мысли. Я вам прочитаю короткое стихотворение о Владивостоке. Потому что здесь весь Дальний Восток представлен. dvhub.ru.